Черепа настоящих людей, которые погибли когда-то. Пираты. Да, ребятки, это вам не шутки шутить. Пиратское золото собирать очень серьезно. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Тести Блу. Так, ну что ж, давайте перейдем. В прошлый раз мы с вами прошли, мы проходим каждый раз по 10 уровней и уже прошли половину игры, можно так сказать, да. И начинаем нашу замечательную игрушку. Так, ну что ж, поехали. Так, ну что ж, у нас... Мы можем дельфинчиком... О, ребята, посмотрите, какие черепахи. Черепах еще мы не встречали, но, тем не менее, сейчас у нас есть рыбочки для того, чтобы... Ух, ребята, осьминог! Посмотрите, какой сидит осьминог. Он хавает крабов. Вот это да! Мы обязательно должны вырасти и схавать. Схавать его. Я хочу сальто сделать. Ура! О, мы растем. Мы уже, наверное, можем купить крабиков. Ой-ой-ой. Я попал на этого, на осьминога, и он меня укусил щупальцами своими. И таким образом я немножко... А черепаха не кусается? Нет, черепаха не кусается. Хоть что-то радует, что хоть черепаха не кусается. А где чайки делись? О, мы возле острова какого-то. Вот смотрите, там берега видно с травкой. А где же мне, куда же мне, ребятки, теперь поплыть, чтобы вырасти? Мне надо, наверное, кушать крабик. О, все, черепаха, иди сюда. Иди сюда, дорогая, я тебя съем. Посмотрите, какие мы уже большие. Мы уже один метр. Ширину. В длину. Очень длинная. Так, ребятушки, подождите. Я пока вас съем, я не успокоюсь. Я уверен, что я должен съесть этого осьминога. По-любому. Должно время прийти такое. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Все, ха-ха, съели. Съели, ребята, мы съели его и прошли уровень. Круто, 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 круто. Так, переходим дальше на второй уровень. Погнали. Так. Буль-буль-буль. О, тут киты, 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 которые нас могут схавать. Давайте мы лучше будем маленьких акуленков кушать. И корабликов. А, они не маленькие, это просто так сдалека, да, на самом деле я огромный. О, мы уже можем хавать вертолет, ребята. Вау, да, получил. Все, становимся еще больше. Истребители, ребята, истребители уже летают, самолеты, которые хотят нас истребить просто. Вертолет, иди сюда. О, ребята. Истребитель меня стреляет какими-то ракетами. Хавать истребитель, ребят. Смотрите, сейчас покажу. Сейчас, я не могу попасть на него. О, съели, да. Мы съели наш долгожданный истребитель. Мы так его хотели съесть, и все-таки мы его съели. О, ребята, там за мной гонятся эти. Щупальца. Так что давайте лучше сидеть и особо не высовываться. Да, съели второй истребитель. Мы уже 20 метров в длину, ребят. Представляю, это 20 метров. Это просто огромные. Все, улетовать больших, ребята. Слышите, как они... О, нет, я тихо. Ого, мы
10 метров уже в длину. Ого, ребята, истребители, смотрите. О, истребители, а пассажирские самолеты. Вот это, ж надо, мы так выросли. Такие, о, подводные лодки, вау, убегаем, от подводных лодок. Город, давайте, о, там истребители стреляют по мне, воу-воу-воу. Убегаем, давайте город съедем. Все, город в наших руках. Мы его уже под себя подмяли и съели. Так, подводные лодки слишком огромные для нас. Тут есть самолеты большие. Вот это я мутант. О, мы съели пассажирский самолет. Отлично. Воу-воу-воу-воу. Мы уже 69 метров. Нам, наверное, нужно 80 метров нарастить, и тогда мы пройдем эту штуку. Ой-ой-ой. Мы 74 метра. 77 метров. Ай-яй-яй. Вот, да, ребята. Нам надо, наверное, 90 метров нарастить массы, чтобы под него все подводные лодки начали хавать. Все, прошли этот уровень. Отличненько, отличненько. Так. Что же у нас дальше нас ждет здесь? Погнали. Опять мы маленькие. Ой-ой-ой. Маленькие рыбки. Или это? Ого, ребята, посмотрите, какая рыбеха хавает. Это же она и меня может съесть так. Ой-ой-ой. Да, чуть не съела меня. Что это? Колючки какие-то. Короче, мне не надо ни на колючки, ни на эту рыбу попадать. Это самое главное. Нам нужно пока питаться вот этими рыбками и понемножку расти, потому что у нас это есть, да, ребят? Желтую рыбку мы пока еще кушать не можем. На дно нам тоже опускаться нельзя, потому что нас там съедят. Он уйдет отсюда, нехороший рыба, который хочет нас хавать. И таким образом он не хочет, чтобы мы росли. Даже растения едят моих рыбок. Дайте мне рыбок, пожалуйста, покушай. Когда я уже желтых рыбок буду есть, ребята, синенькие. Я думаю, что в скором времени мы уже начнем хавать желтых рыбок. Это будет просто круто. Все. Так, ну, я думаю, скоро мы будем уже 30 сантиметров, и мы должны... Наверное, научиться кушать больших рыбок. Все, а ну кого мы можем кушать желтых или нет? А ну желтые рыбки. Да, да, ребята. Все, и мы растем. Мы начали кушать желтых рыбок, и мы начали расти. Да, ура, ура, ура. Немножко мы опередили нашего мистера Кусаку, который здесь плавает. Понятно, откуда он здесь взялся вообще. Что это такое? Да. Ау. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ребятки. Я, конечно, все понимаю. Но... Извините меня, я же хочу кушать. Я, короче, я так понял, мне нужно вырасти, чтобы вот эту рыбу съесть. Вот эту рыбу съесть. Так что надо нам расти потихонечку. Ай, не кусайте меня, не кусайте меня. Эти плохие растения хотят меня просто искусать всего. Всего искусать. Да, я уже вырасту. Дайте мне еще чего-то съесть. О, вот. Мы съели что-то. Вот эти. Когда я уже смогу съедать эти. Вырасту. Дайте мне немножко еще подрасти. Я вам покажу, где раки зимуют. Так, ну уже 47 сантиметров у нас длина.
И мы продолжаем. Ого, сколько людей. Ну, ребята, мы уже 50 сантиметров. Я думаю, что... Опа. Я думаю, что в скором времени мы уже будем плавать все подряд. Потому что мы уже довольно-таки большие с вами. Оп. И мы уже должны кушать нормальную пищу. Буду здесь поджидать желтых рыбок, кушать их. Ой-ой, так. Что у нас здесь? Это всегда маленькие рыбки. Здесь ничего нового. Сансуху не хочет так крутить. Если бы он еще и сальто крутил, как Дельфин Эко, было бы вообще прикольно. Мало желтых рыбок дают мне. Дайте, накормите меня желтыми рыбками, пожалуйста. Вот и все. Вот это мы огромные. Круто. Так, мы этот уровень с вами прошли. Отличненько. И продолжаем дальше. Так, что у нас здесь? Нам здесь предлагают... О, монеты пиратов. Золото пиратов. Ребята. Черепа настоящих людей, которые погибли когда-то. Пираты. Да, ребятки, это вам не шутки. Пиратское золото собирать очень серьезно. Так, отлично. О, мы уже можем хавать, я так понял, маленькое золото. О, о, вот это мне нравится. Все. Чем дальше мы заплываем, тем больше золота мы можем съесть. Так что давайте, ребятки, погоним золотишко. Шляпа настоящего пирата, ребят, посмотрите. Шляпа настоящего пирата. Вот это... О, я начал хавать золото все. Я все-таки золото обязательно, ребятки. Золото пригодится всегда. Уху. Давайте отбежимся. О, все. Ели мы череп. Ели второй череп, ребятки. Третий череп. Четвертый. Все. Сам не съели. О, мы уже все хаваем. Шляпу такой найдем. Так все едим, круто. О, золото. Да. Вот это я понимаю, вот это круто. Когда ты уже можешь... Ого, посмотрите, якорь от затонувшего старинного корабля. Вот это... О, все, мы шляпы тоже хаваем, ребят. Все, мы весь мусор, короче, поглощаем. Для того, чтобы быть большим дельфином и уничтожать всех. Ну что ж. Все, отлично. Посмотрите, какие мы загрузки. Отлично. Ой-ой-ой. Очень замечательно. Фантастика. Фантастика, все, я все бревна теперь, все остатки от корабля съем. Ням-ням-ням-ням. Ух, ребята, я съел остров. Я съел остров. Все деревья на нем поскидал. О, второй остров и третий. Круто. Корабль. О, мы съели корабль. Отлично, и прошли этот уровень. Классно. Продолжаем дальше нашу замечательную игру. И мы находимся где-то посередине моря. И здесь опять нам предлагают расти с помощью вот таких вот мюсли, которые здесь хранят в себе перла. И нам эти перла надо кушать, но ни в коем случае не попадаться на уловки этих злых и нехороших ракушек, потому что мы можем круто облажаться.
Где же перла? Я уже 5 сантиметров в длину, а перл все же нету. Я хочу перла. Ой, прищемили меня опять, ребята. Это означает, что я возвращаюсь назад по сантиметру. Не надо, чтобы меня прищемили. Не надо ни в коем случае, чтобы меня прищемили. Будем аккуратненько здесь. Ай, прищемили. Да что ж такое, где же мне стоять-то? Где же мне стоять, ребята, а? Чтобы меня... Все, 5 сантиметров мы, давайте не попадаться теперь. Я не успел забрать я жемчужину, потому что меня бы сразу прищемило. Так, мы уже 6 сантиметров туда. Такс. Ну где же жемчуг? У кого? Эу. Опять у тебя. Не успел. О, отлично, мы уже 7 сантиметров, уже растем. Отлично. Оп, еще. Съели. Берем еще. Опять. Отлично. Не успел, и меня опять прижало. Я уже был 8 сантиметров. Меня минус 40 миллиметров отрезало. Ох, успел, еле-еле успел, ребят, видели? Еле-еле успел, почти 9 сантиметров. Так, тихонько. Ребятушки, тихонько. О, уже почти 10 сантиметров, ребят. Так. Ай, прищемили опять. Да что ж такое, а? Вечно меня прищемляют здесь. Хвост уже настолько большой, что не влезаю я никуда. Так, мы уже, ребятки, достаточно большие, и, наверное, скоро мы будем хавать одни эти ракушки. Все, ха-ха-ха, иди сюда. Ого, посмотрите, какие огромные. Посмотрите, какие огромные ракушки. А там перла тоже в них? Там ракушки поменьше с перлами. Да, ребят. Вон они. Ого, чуть меня не съела эта ракушка большая. Вот это да. Вот это круто. Ай, подрезали. Ну, бывает, ничего страшного. Здесь нет. Бывает и такое. Бывает и такое, но ничего, нам еще осталось совсем чуть-чуть. Нам, наверное, нужно еще совсем чуть-чуть набрать массу, и мы пройдем с вами этот уровень. Так, мы уже практически 60 сантиметров. Это означает, что мы скоро должны уже пройти этот уровень и съесть этих злых, нехороших ракушек, которые пытаются нас укусить за хвост. Ай, опять прищемили меня. О, все, ребята, ха-ха-ха. Мы схавали всех и прошли этот уровень. Отлично, отлично. Большую половину игры мы уже с вами прошли, ребяточки. Так, ого, я не понял, крокодил, ребята. Тут завелся крокодил, который хочет меня съесть. Спасите, пожалуйста, от крокодила. Он съедает всех людей. Посмотрите на этого крокодила. Он просто всех съедает здесь. Ну что ж, ребятки, будем расти и таким образом пытаться
спастись от этого крокодила нехорошего. Надо хавать нам чайки. Что мы еще можем хавать? Мы пока кроме чаек, наверное, ничего хавать не можем. Давайте пока чайками попытаемся. Неудобно ловить. Люди мне мешают. Чего вы тут плаваете? Здесь же опасный крокодил плавает. А вы здесь отдыхаете на курорте. Езжайте домой, ребята. Ох, а то и не только здесь опасный крокодил. Здесь и я. Ха-ха-ха-ха. Все, теперь я могу людишек плавать. Круто. Посмотрите. Все, для того, чтобы мне набрать вышку. Мне надо скалывать всех людей. И всех бочки. Чтобы не сделать крокодила, мне надо съесть около всех людей, набрать массу, тогда я уже смогу против крокодила сразиться. Да, отлично, ребята, мы съели крокодильчика и прошли этот уровень. Так, двигаемся дальше. Так, мы съели нашего крокодильчика, и теперь мы плывем за рыбочкой. Вот этой. Бульк. Вау, тудух. Все, съели мы эту. Так, рыбка, 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 рыбка. Так, съедаем маленькие эти рыбочки. Вместе с рыбками бочечки малюсенькие съедаем. Большие мы еще пока не потянем, но... Малюсенькие мы уже с легкостью, видите, съедаем и тратим. Ой-ой-ой-ой, вот это да, вот это тут идет настоящая война. Вот это я понимаю, вот это правильно. Ой-ой-ой, там человек стоит, ребята, на бочках, наверное, выглядывает свою любимую. Но пора бы ему скоро понять, что я уже его съел. Да, ребята, мы съели его. Нечего было там стоять, потому что мы уже огромная рыбина, просто огромный дельфин, который жаждет человеческой крови. Ха-ха-ха-ха. Да. Где она? Все. Пальмы, все, теперь мы еще пальмы все поскидаем. Отлично, все, прошли мы этот уровень с вами, ребятки, и продвигаемся дальше. Так, а сколько мы уровней уже прошли с вами в общем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Седьмой уровень. Так. А как туда мне выскочить? Ребята, это какой-то морской флот. Мы реально можем его уничтожить только при одном условии. Если туда запрыгнем, мы начнем так вот съедать все. Ха-ха. Все самолеты, весь флот, ребята. Весь флот сидим. Ох, как мы растем. О, ребята, посмотрите, какие мы огромные. Это да. У-ху. Вместе с этим, с крейсером, с этим сейчас сидим. Вместе с этим кораблем военным, который предоставляет мне возможность хавать морских бойцов военных и уничтожать армию флота Соединенных Штатов Америки. Отлично. Классно. Так, мы уже 70... О, 80 метров, ребятки. Мне уже мало ваших кораблей. Ваших летающих вертолетов, самолетов. Я уже хочу... Вау, я хочу подводные лодки. Ребята, посмотрите, как нас быстро уничтожают подводные лодки. Я не хочу уничтожаться, так что будьте добры. Делайте ставку на то, что я хочу победить и съем всех, кто против меня. Как я попадаю на все ракеты, ребята? Я должен всех кушать. Я уже 130 метров. Ребята, что? Вот это реальная война.
Вот это уже пошла война. Меня просто хотят здесь уничтожить. Помогите, помогите, помогите. Хоть кто-нибудь. Я уже 150 метров в длину. И мне нужно крейсеры вот эти подобить. Так, во-первых, надо нам, во-первых, все поседать. Для того, чтобы они прекратили кидать бомбы в меня. Вау. 150 метров, ребят. Все, ха-ха-ха. Мы будем всех жалать, тупо всех, ребята, крейсер. Мы уже 200 метров, мы выросли, мы самая огромная рыба в мире. Мы уже в длину 200 метров, представляете? Так, 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 подождите, давайте отплывем немножко. И разгонимся и на скорости всех съедим. О, 220 метров, 230 метров. Это я понимаю, вот это да. Да, ребятки, мы прошли этот уровень, мы съели кучу-кучу-кучу всего, кучу всех. И продолжаем. Ого, ребята, а здесь подводные лодки нам оставили мины. Если мы на них попадем, то взорвемся, так что лучше нам на нее не попадать. Так, так что давайте потихонечку хавать маленьких рыбешек и как-то эти мины обходить стороной, потому что они нас могут сразу же уничтожить. Так. Так что потихонечку плавать здесь, никого не аккуратненько, не цепляя вот этих бомб, будем с вами аккуратненько здесь плавать. Ой, как вкусно все, теперь мы можем всех рыбок. Ай-яй-яй, на две бомбы напоролся, на другой, на три. Короче, ребята, я уже на все бомбы практически напоролся здесь. Ой-ой-ой. Есть возможность теперь здесь вот. О, все, я не знал, теперь мы выросли, мы можем хавать все бомбы, ребята, вы представляете? Ням-ням-ням-ням-ням. Все бомбы можем хавать. Круто, круто, круто. Ой, даже на есть. Давайте еще что-то. Все, отличненько, отличненько. Продвигаемся дальше, ребятки. Продвигаемся дальше. Так, что у нас дальше, ребят? А дальше у нас морские коники. Коники, коники, лошади морские. Так, морской конек, горбунек. Так, ну что ж, давайте перла будем собирать, да? Пока нам дают такую возможность, давайте собирать перла. Так. Вау, прижала меня, прижала. Когда я уже смогу коников покушать, ребятки? Когда я уже смогу коника съесть? Ай. Дайте мне еще что-нибудь скушать, пожалуйста, я очень проголодался. Я маленькая рыбешка, которая хочет кушать, я маленький дельфинчик, пожалуйста, дайте что-нибудь поесть мне. О, а что у нас наверху? А наверху у нас ничего абсолютно нету, ребятки. У нас морские коники здесь тут. И что у нас? Морской конек хочет, чтобы я его съел, наверное, через время. Эу. Подождите, да как так-то, а?
Отлично, ребята, ты сразу съел. Съел ты сразу жемчужины. Ох, круто. Всю, пошли коньки. Ха, вы слышали? Вот это прикольно. Они как настоящие лошади орут, вот это прикольно. Они орут как настоящие лошади, вы слышали, ребят? Вот это ржачно, в натуре. Так, ну что ж, когда мы уже будем хавать этих желтых рыб? Я уже проголодался. Я уже сильно проголодался, реально, ребят. Очень сильно проголодался. Так, давайте начнем. Пожалуйста. О, все, ребята, желтые рыбки у нас тут хавают. Отлично. Все, Коля, идите все сюда. Ох, отличненько, ребятки, мы с вами прошли этот уровень. Круто, 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 круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами играем по 10 уровней. В этот раз мы уже прошли, нам осталось еще сыграть 2 раза, и мы пройдем эту игру. Так, ну что ж, дорогие друзья, а может быть еще и раз. Ну, я думаю, на 2 раза мы еще с вами растянем как-то это дело. Ну, это если на этом полюсе. А может там и дальше есть продолжение, кто его знает. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Мы сегодня играли в тесте Blue, вы были на канале Вечное Детство, с вами был Юра. И пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. До скорых встреч, дорогие друзья, в следующем выпуске.